Так что же мне это делать? Опять 25. Да пойми, мил человек, не могу я тебя туда отправить, не могу. Дочка же у меня там живет, вот адрес. Алакурти. Правильно, Алакурти. Это зона, пограничная зона, особый режим. Ну так, а билет? Будет вызов, будет билет. Раз дочка указание дала, дома сидеть, ее ждать. Значит, ждите. Федорович! Федорович! Чего? Срочно поменяйте болт в стыке на 32-м. Сейчас, что? Да. Давай, давай. Ты уж, папка, извини, что не собралась приехать к тебе. Теперь, слава богу, с работой уладилась, и Нинка пошла в садик. А тут еще слух прошел, что у вас там радиация. На следующее лето, думаю, все уладится, и мы обязательно приедем. Крепко-крепко тебя обнимаем и целуем. Приехали. Ты что, уснул, батя? Мне дальше нельзя. Ну, спасибо и на этом. Мне теперь уж недалеко. Сейчас через речку, а там уже. Пришельцы все есть мы на земле сей по глаголу апостолову. Беда от врагов, беда лжебратья, терпящие в лишении многих и скорбех. Ты же, владычица, эко благая Дегидрия, настави нас к тихому пристанищу.
и моли Сына Твоего прещения, прегрешения нам прежде конца. Дароватися да непрестанно вопием Богу. Аллилуйя! Печали исполнены от клеветы, досаждения, угорения иных многовидных дел и напастей. Здравствуйте. Здравствуйте. Может, зайдете? Присядете? Благодарствую. Батюшка, в среду год как муж помер. Как может панихидку отслужить на кладбище, а? Проходите, батюшка, проходите вот сюда. Батюшка, все свое. Откушайте с нами, пожалуйста. Благослови, Господи, ясти и питье рабом Твоим, и ко свят всегда ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Спроси, просим, Господи, батюшка, за стол. Позавтракайте. Не опоздал, отец Андрей. Нет, нет. В самый раз. Не стой. Батюшка, еще подолью. Да вы не спешите. Я подожду. С добрым утречком. Здравия желаем. Старший участковый Асташонок. Куда следуем? Вон. Документики попрошу. А. Постоянное место жительства деревни. Нельзя туда, отец. В настоящее время данная территория непригодна для проживания. Зона! Твою мать, где же нет этой зоны? Я надеюсь, что больше вас здесь не увижу. Думаю, что вы меня правильно поняли. Куда сегодня едем, отец Андрей? Спасибо, Господи. Спасибо за еду. Не забывайте нас, батюшка. Бог вас благословит. Не забывайте нас, батюшка. Толик, заехал бы ты ко мне, а? Чего? Свет у меня потух. Пробки или что? Сама не справлюсь. Доброе, доброе. Отслужу заеду. Толичек, заехал бы ты до Любки. Может, там волокордину возьмешь? Волокордин помню. Волокордин. Мне ж стыдно просить. Ну. Старая. Ну, Антоновна, ты даешь. Только в порядке исключения. Так куда едем, отче? Да крестить, купы. Новорожденный, что ли? Тот новорожденный нам в отцы годится. Ха, можем его покрестить. По коням. Нашего Толика не сердитесь. Он же на службе. Что-то я вас, мужчинка, не признаю. Вы откуда? Заполье. Вон она. А разве туда кто вернулся? Ой, а не Ольгин ли вы муж? Да, жена. А как ваша доченька? Без матери же росла. Благодарствую. Прислала письмо, обещала прошлым летом навестить. Может, нынче приедет. Так дома надо быть. Правильно. Может, она старая. Да только кто ж теперь сюда поедет? Ну ладно, до свидания. Пойду я. Ой, я вам сейчас на дорожку соберу. Да что вы, не надо. Ну что вы, я скоренько. Ой, вы уж меня извините, и поговорить некогда. Хлеб привезли. Пока еще возят раз в неделю. О, а не возьмешь сразу, так сами знаете, что будет. А может, и пенсию дадут. Возьмите. Спасибо. Антоновна, что спасибо. Ты там копаешься? Ну, я побегу. Угу. Женя! Жень! Скажи, что я за тобой стою!
Главное, деньги готовьте, что без дачи. Здравствуйте. Да подождите. Не беспокойтесь, всем сегодня хлеба хватит. А все еще обещали нельзя. Твой собаки. Как же такого намешалось? Бля, буду. Задрали. Держи храм. А ты, видать, не шибко испугался, раз бег свой не бросил. Да, бросил. Ты посмотри, чего я надыбал. А? Как инструмент, дед? Как это надыбал? А здесь, рядом. О, моя деревня. А что, там кто-нибудь живет? Кто-нибудь. Я. С прошлого лета. Говорят, радиация, а я думаю, жить можно. Думаешь? Конечно. Жрачки хватает. Одежонку кое-какую надыбал. Одно хреново. Скука лютая. Но зато во, гармония есть. Земля родная, родина, приволенное житье. Эх, сколько мною пройдено, эх, сколько мною езжено. Сколько мною видано, и все вокруг мое. Хорошая музычка. Да. Спер, значит. Ты че, мужик? Тут же ничего не сопрешь. Заходи в любой дом, бери, что хочешь. Понятный ты мне человек. Я тебе это вытяну. А чего ты выеживаешься? Кому все это надо? Все сгниет. Кому от этого польза? А? И что я взял? Гармонь? Так это, дед, для души. Тут машинами крадут и вывозят. Здесь же люди жили. А ты пришел, и все вокруг твое. Да от этой деревни один пепел после войны остался. А здесь под эту гармонь люди свадьбы играли, песни пели. Каким-никаким добром разживались. А ты это добро наживал? Ты хоть один дом за свою жизнь построил? Стоп, мужик. Стоп. Ты не прокурор. Я не подследственный. Запел козел старый. Что вы цепляетесь, как навозные жуки, за эту землю? А? Нету. Нету. Была и нету. Сдохла она, твоя земля. Брешешь? Говнюк. Ха-ха-ха!
старый. А дурак. Когда ты меня... Вернулся я, Олюшка. Надоело мыкаться по чужим углам. Никому мы там не нужны. Да не, ну оно и понятно. У каждого своя беда. Первые 2-3 года я терпел. Думал, привыкну. А последнее время чуть не каждую ночь наша хата снится. На, видать, старею.
на три дня. Всего на три дня. Товарищи, просьба ничего с собой не брать. Сохранность вашего имущества государство гарантирует. Куда не поеду. Мы сперва скажем просить, а потом... Здорово, Иван. Обиделся. А я сразу, как тебя увидел, понял. Дед домойшком дыбает. Сам осел. Вот решил податься к тебе в квартиранты. Возьмешь? А? Вот со всем своим имуществом. Слышь, где? А? Дед. Дед. Что? Плохо? Можешь, я за водичкой? А? Дед, не молчи. Дед, ну ведь это же неправильно, дед! Дед! А я к тебе жить пришел. Дед. А как же я? Ты мне нравишься. А я думал, ты этот, того. Нет, ну с тобой не соскучишься. О, засиделся я у тебя. Мама родная. Иди в хату. А? Ага.
А что ж вы за люди? Лучше.